рады представить вам наш дошкольный Арбат. Это уже вторая выставка работ наших детей, которая посвящена празднованию Дня Защитника Отечества. Надеемся, что дошкольный Арбат станет доброй традицией и визитной карточкой нашего учреждения. Ребята, готовя эти подарки, хотели поздравить не только своих пап и дедушек, но и всех мужчин нашего района. И пользуясь случаем, хочу тоже пожелать и поздравить всех мужчин и пожелать им здоровья, сил, мужества, а также счастья, любви и мирного неба над головой. Вам, дорогие наши защитники, и вашим семьям.